Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень жду. А сегодня мы пожарим с вами котлеты с укропом в томатном соусе. Для этого нам понадобится 600 грамм говядины, 500-600. Или можно смешанный фарш свинина-говядина, масло подсолнечное, 2 столовые ложки муки, луковичка одна, это для котлет я говорю, 2 столовые ложки сметаны, соль и перец молотый. А для соуса нам понадобится 2 столовые ложки муки с верхом, 3 столовые ложки томатной пасты, понадобится петрушка 2 столовые ложки или кинза, какая-нибудь зелень, луковичка, 4 дольки вот зубчика чеснока, морковь одна. Ну все, поехали. Ну вот, теперь начинаем готовить наши котлетки. Укроп режем мелко-мелко. Мы берем 6 веточек, где-то 5-6 веточек. Вот, порезали. А теперь режем вот лук тоже очень мелко. Кладем наш фарш. Вот 2 таких столовых ложки с верхом, 2-3 сметаны жирной. 20 и более процентов. Теперь пол чайной ложечки соли. Вот. Солим так. И перчим. А перец у меня где-то 1/3 чайной ложки, если я беру. И все тщательно перемешиваем. Делаем из фарша котлетки вот такие. И обваливаем их муки хорошенечко. Вот такие у нас котлетки получились. Вот раскаленную сковороду наливаем масло подсолнечное и кладем наши котлетки. Чтобы котлетки не прилипали, руки нужно помочить в воде. Жарим наши котлетки по 5 минут сразу, с каждой стороны на среднем огне. Переворачиваем их и оставляем в сторону. Вот. Жарим наши котлетки по 5 минут с одной и с другой стороны, до румяности. Вот. А теперь готовим наш соус. Лук режем мелко. Морковь режем на полчетверти. Чеснок режем мелко. Обжариваем лук до прозрачности. Добавляем чеснок и еще вместе где-то до запаха чеснока. Добавляем морковь и до мягкости где-то минуточки 4-5. Добавляем томатную пасту. Вот 3 ложки. Перемешиваем. Всыпаем муку, 2 столовые ложки, и снова перемешиваем. Вливаем горячую воду в 2 стакана. И подсаливаем наше масло. Вливаем наши котлеты вот соусом и под крышку на маленьком небольшом огне на 15-20 минут. Ну вот и прошло 15 минут. Готовились наши котлетки в томатном соусе. Засыпаем зеленью. И приятного аппетита!